выздоровевших больше, чем заболевших. Похоже, ковид-волна идет на спад, но забирают жизни. За прошлые сутки летальные цифры были на максимуме. Умерли 13 человек. Накануне в Приднестровье было исследовано 1449 проб и выявлен 461 случай заражения коронавирусом. По данным Минздрава, 337 человек из них не были вакцинированы. За сутки выздоровели 699 человек. Два пациента скончались от осложнений инфекции. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 104 301 факт заражения COVID-19. Справились с болезнью 96 942 человека. 2075 граждан скончались, сообщает пресс-центр МВД. Накануне от COVID-19 привились около 1000 человек, 700 из них ревакцинировались. Из общего числа привитых 460 приднестровцев выбрали российский препарат «Спутник Ви», сообщили в Минздраве. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса на данном этапе 140 349 приднестровцев. Это немногим более 30%. И сегодня решением оперштаба при президенте принято решение снять часть карантинных ограничений. С 21 февраля возобновят работу кружки, бассейны, фитнес-клубы, театр и кинотеатры. Пока останутся закрытыми ночные клубы и караоке. Учеба школьников продолжится в дистанционном режиме. Подготовительные курсы для будущих первоклассников также пока закрыты.